это не жизнь. Это выживание. Ну просто одеваться некуда просто. У вас есть электричество, газ, вода, еда? Ну как, вода есть, а остального ничего нет. Но люди что жили, живут. Ну куда денешься? Есть какие-то неудобства. Ну война же не вечная, она же когда-то закончится. Будет все нормально. Что бы вы лично хотели передать Путину? Шум хуйло, блядь. Привет ему с Бахмута. Да, за Бахмутки, Донбасса, хуйло.